65 лет со дня основания отметило акционерное общество «Газпром Газораспределение Тверь». Газификация Верхневолжья началась в 1957 году, когда первые 935 квартир Калинина получили природный газ. 26 августа в честь юбилейной даты в областном центре состоялось торжественное мероприятие чествования лучших работников. Тему продолжит Наталья Чекит. Ежегодно по сетям компании транспортируется 2 миллиарда кубометров природного газа, который обеспечивает работу топливно-энергетического комплекса и практически всего промышленного сектора Тверской области. В состав газораспределительной организации входит 11 филиалов в районах Верхневолжья. Но главное – это квалифицированные специалисты, которые работают в этой сфере. Ведь на их плечах лежит безопасность эксплуатации газовых сетей. За год становления и развития общества создавались традиции и умножался третьих предприятий. Это достигнутой энергией и высоким мастерством нескольких поколений газовиков. В новых экономических условиях руководство, инженеры, рабочие оказались на высоте и соответствуют требованиям времени. В рамках праздничного мероприятия лучшим работникам компании вручили награды. Благодарности Министерства энергетики России был удостоен Сергей Афанасьев, электросварщик из Вышнего Волочка. Мужчина уже более 20 лет работает в компании. Отмечает, что за это время многое изменилось в лучшую сторону. В плане сварочных работ сейчас начали, ацетилен отошел, сейчас баллонным пользуемся. Как бы организация лучше, снабжение больше. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области вручил газовикам благодарности губернатора. Поздравил с юбилейной датой, а также зачитал поздравительный адрес от главы региона. Выражаю самые искренние, теплые слова признательности за добросовестный труд ветеранов. Всем, кто в разные годы обеспечивал создание и развитие газового хозяйства Тверской области. Желаю вам новых успехов и реализации планов по газификации Тверской области. И действительно, у сотрудников компании впереди еще много работы по газификации региона. В рамках адресной инвестиционной программы на 2022-2023 годы планируется построить 15 газопроводов в 11 муниципалитетах. И как подчеркнул директор «Газпром газораспределения Тверь» Андрей Святошов, для выполнения поставленных задач в компании имеются все ресурсы. У нас мощная профессиональная производственная база. У нас сплоченный коллектив. Это более 2000 человек, которые готовы ставить перед собой цели и выполнять их. Всего до 2025 года планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров газовых сетей, подготовить 117 котельных и промышленных предприятий.